В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. 7 медалей и 6 дипломов привезла команда Карагандинской области с республиканских молодежных дельфийских игр из Уральска. В шахтерской столице Казахстана Караганде снять квартиру может не каждый желающий. По выходным в Караганде начинают работать мини-ярмарки. В областном маслихате обсуждали вопрос реализации комплексного плана социально-экономического развития города Приозерска Карагандинской области за 2011-2013 годы. Также выслушали отчет о проделанной работе депутата областного маслихата Муканбеткали Абайдельдинова. Заседание прошло под руководством депутата областного маслихата, председателя постоянной комиссии Александра Борисенко. Первым выслушали отчет о проделанной работе акима города Приозерск. В городе проведены работы по поддержанию инфраструктуры, в том числе по подготовке котельной номер 1 и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Подключены к централизованному теплоснабжению 18 многоэтажных жилых домов, находившихся без тепла с начала 90-х годов. Проведен капитальный ремонт на внутридомовых системах водоснабжения и канализации в 16 многоэтажных жилых домах, находящихся в коммунальной собственности. Заменены внутридомовые системы электроснабжения в 46 многоэтажных жилых домах. Проведен капитальный ремонт лифтов в 9-этажных жилых домах. Отремонтировано 32 кровли и 16 фасадов многоэтажных жилых домов, находящихся в коммунальной собственности. Для реализации мероприятий комплексного плана скорректированы и разработаны 2 технико-экономических обоснования и 10 проектно-сметных документаций на общую сумму 365 миллионов тенге. Продолжаются работы по исполнению оставшихся 13 мероприятий комплексного плана. Также в городе Приозерске восстановлено уличное освещение с новыми опорами и 484 светоточек протяженностью 7,5 километров. По словам акима Приозерска Кайрата Камзина, в городе проведен капитальный ремонт нескольких учреждений и построены объекты жизнеобеспечения жителей. Планируется строительство поливочного водовода для зеленых насаждений. Выслушав отчет Кайрата Камзина, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Аскар Базарбаев сказал о необходимости рекомендовать акимату сделать анализ механизмов и реализации государственных программ. Депутата парламента страны Армана Кожахметова интересовал вопрос трудоустройства и занятости жителей Приозерска. В части создания рабочих мест, создания привлечения инвесторов в город, какие перспективы города в части вот создания возможности трудоустройства тех людей, которые там живут. Нами, как и всеми регионами, разработан план по экономическому росту, по экономическому приросту, по резервам роста экономики, в котором детально все расписаны все наши проекты. В прошлом году мы на заседании Координационного совета по ФИРБ носили у нас проект по строительству рекреационно-оздоровительной туристической зоны. Программ трудоустройства стоимостью 520 миллионов тенге, там у нас до 50 рабочих мест. Далее на заседании народные избранники выслушали отчет депутата областного маслихата Муканбеткали Абайдельдинова. В рамках ознакомления с ходом реализации государственных программ по развитию животноводства в августе прошлого года депутат посетил Жанаркинский, Щетский районы. В этих районах остро стоит вопрос отсутствия рабочих мест. Также население волнует вопросы с пастбищами и отсутствие ветеринара. Народный избранник рассказал о своем участии во всевозможных встречах, которые проводились в городе по реализации госпрограмм. За отчетный период принимал участие на совместных рабочих заседаниях постоянной комиссии и сессии Карагандинского областного маслихата. Рассмотрены были рабочие материалы и документы сессии маслихата области, принял участие в обсуждении материалов сессии постоянной комиссии. Выступил с докладами и предложениями на 4-й сессии маслихата к проекту программы развития моногородов. Были внесены предложения к мероприятиям по исполнению решения сессии областного маслихата о состоянии и перспективах развития автомобильных дорог у Карагандинской области. В завершении заседания председатель постоянной комиссии Александр Борисенко дал конкретные рекомендации по решению существующих проблем. Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Караганда чествует призеров и дипломантов 10-х национальных дельфийских игр. Сегодня заместитель акима области Жанар Бекбанова приняла членов команды, которые защищали Карагандинский регион на 10-х молодежных дельфийских играх Казахстана. 10-е национальные дельфийские игры проходили в Западном Казахстане. Они стартовали в Уральске. Более 500 талантливых юношей и девушек показывали себя в 15 номинациях.
35 представителей Карагандинского региона боролись за право быть лучшими. Казахстан считается сильным участником в таких видах искусства, как национальный танец, народное и академическое пение. В прошлом году в российском Волгограде команда Казахстана заняла второе место. Дорогие друзья, от имени акима Карагандинской области Нурмухамеда Конопьевича Абдибекова, от себя лично разрешите вас поздравить с очередной победой. Безусловно, эта победа – результат вашего таланта, ваших стремлений. И, конечно же, это результат особого внимания главы государства к молодежи. Вы знаете, что в Казахстане, благодаря президенту страны, созданы все условия для того, чтобы каждый молодой человек мог найти свое место в жизни, мог развить свой талант, раскрыть свой творческий потенциал. По итогам игр 7 человек завоевали призовые места. Одна золотая, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. И 6 стали дипломантами. Это представители из Улутауского и Каркаралинского районов. Городов Жезказган, Приозерск, Сарань, Караганда. Некоторые из них являются учащимися музыкальных школ и колледжей. А двое работают по своим специальностям. Неплохой результат. Саян Раимбеков, занявший второе место в номинации «Народное пение», прямо в кабинете продемонстрировал свое мастерство. Орыс қаза, 16-17-ге келген кесі, қазаққа дудар деген ғашық болып, сондағы Мәриямның айтқан сөзі. Это уникальное. Дар он не каждому дается, исполнять народные песни, это надо иметь такую, да, внутреннюю культуру, иметь особое воспитание. Поэтому желаем тебе успехов. Жюри отметило высокий уровень подготовки карагандинской команды. Это, конечно, заслуга и преподавателей. Казахстан теперь будет знать, что в Карагандинской области живут очень одаренные дети. Спасибо преподавателям, руководителям групп, вашим наставникам. Талант, чтобы раскрыть, тоже нужно в людей вкладывать. Вас вкладывают душу, вас вкладывают не только знания, а сердце вкладывают. Поэтому вы вместе достигаете таких успехов. От имени акима области Жанар Бекбанова поздравила ребят с победой и вручила благодарственные письма и памятные подарки. С теплыми напутствиями молодежь разъедется по своим домам. Но будет формироваться национальная сборная Казахстана, которая примет участие в предстоящих международных играх. И там есть места и для карагандинских участников 10-х молодежных дельфийских игр Казахстана. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бахтияр Успанов, Первый. Карагандинский. Открытие промышленных объектов в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития будет продолжаться и в следующей пятилетке. За время первой пятилетки на карте индустриализации появились крупные производственные точки в Карагандинской области. Одна из них – товарищество с ограниченной ответственностью «Карл Пласт». Сегодня предприятие производит полиэтиленовые трубы диаметром от 14 до 800 миллиметров. Карагандинское предприятие по производству пластиковых труб «Карл Пласт» основан в 2007 году. На сегодняшний день компания производит полиэтиленовые трубы и фитинги высокого качества плотности на 4 технологических линиях германской фирмы. На производстве работает более 130 рабочих. За 7 лет работы предприятие экспортирует свою продукцию в страны СНГ. Основная продукция производится для Казахстана. Получаем поддержку мы в виде льготных кредитов, который осуществляется на покупку оборудования, на пополнение оборотных средств, покупку сырья для производства. Так что сейчас действует программа моногородов, тоже ощутимую поддержку. Ну и наши интересы защищаются в таможенном союзе по многим спорным вопросам, которые возникают по сырью и другим газам. Для изготовления пластиковых труб используется сырье от крупнейших европейских производителей. Диаметры выпускаемых труб от 16 по 800 миллиметров. Гарантированный срок службы 50 лет. Качество всей продукции подтверждается результатами лабораторных испытаний с сертификатом соответствия. Только за год производство выпускает до 20 тысяч тонн изделий. Еще есть другой цех у нас там рядом. Там мы выпускаем трубу от 50-го до 250-го диаметра. И вот сзади нас линия находится. Здесь мы выпускаем трубу от 315-го до 800-го диаметра.
Область применения труб очень широка. Газопроводы среднего и низкого давления, системы холодного водоснабжения, напорной и безнапорной канализации, система трубопроводов кабельных сооружений, дренажные системы, промышленные трубопроводы для транспортировки. Продукция предприятия «Карл Пласт» успешно используется по всей территории Республики Казахстан. Жазира Абдраимова, Нурсултан Исаев, Ернур Жумарт, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет: эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. В налоговом департаменте по Карагандинской области проведен семинар с налогоплательщиками по вопросам изменений государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Изменения и дополнения в законодательные акты по изготовлению и реализации алкогольной продукции должны привести к уменьшению потребления алкоголя и дальнейшему упорядочению сферы производства и оборота такой продукции. Это постепенное повышение цен на крепкую алкогольную продукцию, ограничение мест и времени продаж, усиление государственного контроля производства и оборота алкогольной продукции. Устанавливается запрет на торговлю подобной продукцией на территориях здравоохранения, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, стадионах, культурно-досуговых организаций, а также на автозаправочных станциях. А запрет продажи крепкой алкогольной продукции начинается с 21 часа вечера и до 12 часов следующего дня. На алкоголь крепостью ниже 30 градусов запрет остается прежним – с 23 вечера до 8 утра. Данные ограничения не распространяются на бары, кафе, рестораны. Усилена ответственность за реализацию алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года. Установлен ежегодный лицензионный сбор. В городах 100 МРП, в районах 70 МРП, в селах и поселках 30 МРП. А также увеличены суммы лицензионного сбора для производителей с 500 МРП до 3000 МРП. А также вводятся приборы, позволяющие проверять подлинность учетно-контрольных марок алкогольной продукции субъектами рынка и потребителями. Следует отметить, что контрольные приборы учета также будут устанавливаться и на производстве пива, производственной мощности которых выше 4000 литров в год. Внесены также изменения в закон о рекламе в части запрета скрытой рекламы алкогольной продукции. Такие вот совещания, семинар-совещания мы будем стараться устраивать почаще, если будут, да, вот внесения изменения там. В то же время я хотел бы вам сказать, что вы приходите, если где-то что-то непонятно, какие-то вопросы возникают, пожалуйста, все там двери наши открыты, между нами должен быть конструктивный диалог. Изменения в законодательстве в первую очередь призваны усовершенствовать механизм государственного регулирования в сфере алкогольного рынка и улучшить качество жизни наших соотечественников в результате снижения потребления алкоголя. Сергей Высокосов, Нурсултан Исаев, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В Караганде арендные квартиры подорожали. В шахтерской столице Казахстана стоимость арендных квартир выросла на 5%, передает информационное агентство newtimes.kz.
Согласно данным мониторинга рынка арендного жилья, на этой неделе в Караганде объем предложения вырос на 2,68%. Об этом сообщают аналитики. Вроде бы цифра невелика, но на ценообразование влияет достаточно весомо. По данным мониторинга, средняя арендная ставка жилья в Караганде составила 7,51 доллара за квадрат или 1379 тенге. Величина аренды за квартиру, в общем, достигла 62,6 тысячи тенге в месяц. Арендная ставка в сегменте дорогого жилья составила 84,7 тысячи тенге за квартиру, а в сегменте дешевого – 44 тысячи тенге за квартиру. На рынке арендного жилья в Караганде за прошедшую неделю ставка найма увеличилась в районах Майкудука и Михайловки, преимущественно в однокомнатных квартирах, что в целом повлияло на среднегородскую арендную ставку жилья в сторону роста на 5%, отмечают аналитики. Насколько повысились налоговые отчисления в бюджет города, аналитики, к сожалению, не комментируют. В системе прокуратуры Карагандинской области произошел ряд кадровых перестановок. В Темиртау Аскар Текишев, прокурор Карагандинской области, довел до сведения коллег приказы генерального прокурора Республики Казахстан. Согласно закону Республики Казахстан, срок полномочий прокурора района или города истекает через 5 лет. Происходит ротация служащих. В связи с этим генеральным прокурором Казахстана изданы приказы. Приказываю старшего советника юстиции Кажыспаева Романа Сериковича назначить на должность прокурора района имени Казыкби города Караганды Карагандинской области, освободив от занимаемой должности прокурора города Темиртау этой же области. Согласно приказу генерального прокурора республики, старший советник юстиции Биржан Шаулиев назначен прокурором города Темиртау. Старшего советника юстиции Шаулиева Биржана Бурлибаевича назначить на должность прокурора города Темиртау Карагандинской области, освободив от занимаемой должности прокурора района Казыкби города Караганды этой же области. Получивший назначение, Думан Каржаспаев и Биржан Шаулиев поблагодарили своих коллег за совместную работу и выразили уверенность, что и на новом месте они будут защищать интересы государства и граждан страны. Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Сейчас небольшая реклама, не переключайтесь. Окна «Артек» – идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна «Артек» – ваше спокойствие на долгие годы. «Артек» – окна для жизни. В завершение выпуска еще об одном. В субботу, 12 июля, в Караганде пройдут мини-ярмарки «Зеленый караван». Они пройдут одновременно в нескольких местах города. Горожане смогут купить мясную, молочную и плодоовощную продукцию местных производителей. Мини-ярмарки «Зеленый караван» пройдут одновременно в нескольких местах города. Жители Майкудука смогут купить мясо, молоко, овощи и фрукты на площади перед коммунальным рынком «Гасыр». В центре города мини-ярмарку устроят на проспекте Нуркена Абдирова возле магазина «Юбилейный». Жители Пришахтинска приглашают за покупками на площадь перед торговым домом «Орталык». На юго-востоке ярмарку организуют возле супермаркета «Грин Март». По информации акимата Караганды, на мини-ярмарках будут продавать мясную, молочную продукцию местных производителей, а также овощи и фрукты, привезенные из южных регионов Казахстана. Чиновники обещают, что цены на товар будут на 15-20% ниже рыночных. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Саубулуңстар.